Так, мы идем с казачьего рынка. Так, идем с казачьего рынка на Людмилу. О, зелененький мой, зелененький. Так, а погнали вот так. Сегодня, короче, не смог записать Европа плюс чарт с Муз-ТВ. Начала зависать трансляция. Хреново. Поэтому пришлось ехать на казачий. Так, погода супер. Жарко. О, привет, Игорь. Тяжелая сумка. Так, руку поменял.
идем, транслируем. Новое хобби у меня — трансляции. Идем к Вовчику. Интересно, он работает сегодня? Так, сегодня суббота, 6 мая 2017 года. Сегодня день рождения у Максима Александровича Фадеева. Я его поздравляю, желаю счастья, здоровья, любви, долгих лет жизни. Ну, вряд ли, конечно, Максим смотрит мою трансляцию, но... Лучше пусть шикует, чем... Ну, я потом Максиму в Одноклассниках пишу. Он у меня в друзьях. В Одноклассниках. Интересно, Вовчик там
Ой, блин. Походу его нету. Валера, будет сегодня здороваться? Да, обязательно. Вечером. О, привет. Здорово, как? Нормально. Ну, чем занимаешься? Да вот, видео снимаю. Трансляция онлайн. Лёха, ты что? Галочка, привет. Привет, привет. Ну, хочешь здесь? Я здесь посижу. Давай завтра. Да, давай посмотрим. Я на свою накидаю на большую. А ты придешь, мы с моей на твою перекинем. Ну хорошо. Не надо ничего покупать. Ага. Здорово. Как же вы здоровы? Вас приветствую. Я тоже. А ты почему без такой шапки? Чемпионаты без шапки. Так, Петрофан. Володя, я поехал. Пока. Блин. Mm-hmm.